счастья, здоровья и чистого неба над головой. Сейчас учащиеся первой школы вручат подарки. Мы, значит, поздравляем Ванюшу с днем рождения. Он очень доволен, что у него очень красивая коляска. Ванюша, с днем рождения. Умничка. Пожалуйста, Крючков Виталик. Крючков, где он? Здесь стоял. Диски жили, Женя. Нет, здесь. Где, не говорите. Музаджи Андрей. Кристи, Сережа. Возьми, Иван. Дени Балтова, Таня. Арнаут Мария. Костя, Таня. Есть Таня, Костя? Георгишан, Юля. Шишкина, Дона. Спойтова, Аня. Димов Денис. Петрова Владима. Дорофил Володин. Карауф Сережа. Скажите, может быть, кто-то остался пропущен? Мало... Да. Нет, Милков Андрей? Да. Скажите, мамаша, еще может быть... Нагерливаем, вы не успеваете отведать в нашей школе. Теперь вас поздравят, дети. Вас поздравят Раиса Степановна Иванова, директор нашего универмага. Пожалуйста, Раиса Степановна. Пиши. Дорогие детки, уважаемые родители, я низко склоняю голову перед вашим мужеством, что выпала вам такая доля. И, конечно, чем можем, мы всегда, всегда рады помочь. Но в таком бедственном положении, в котором мы сейчас находимся, что смогли от всей души, от всего нашего коллектива, мы дарим вам по этому скромному подарочку. Алена, дайте. Да.
Дорогие ребята, разрешите мне от имени районного совета ветеранов войны и труда поздравить с сегодняшним предновогодним праздником, пожелать вам крепкого здоровья, хорошего предновогоднего настроения, а в Новый год отметить его вообще по-новогоднему, а устроителям вот этого мероприятия я вам, дорогой, пожелаю, чтобы такие мероприятия вы организовывали не единожды, а продумывали и в дальнейшем проводили эти мероприятия. Большое вам спасибо. Еще продолжит свои мысли и намечания, намерения Игорь Иванович Кишинев, пожалуйста. Слушайте внимательно, мамаши, это вас касается очень. Уважаемые мамы, как вам уже сказал председатель вашего района, мы намерены и планируем, если, как говорит так, нам Бог поможет, в следующем году, где-то в январе, в феврале месяце, начинать в Кишиневе построить. Но будет строить нам этот комплекс, будет называться Международный оздоровительный комплекс на 550 мест, который нам будет строить западногерманская фирма, строительная фирма. Они взяли на себя обязательства на правительственном уровне, что они строят нам этот центр за 36 месяцев. Это уже сами считайте, это уже выходит 3 года. Этот центр будет строить для детей, инвалидов и взрослых. И мам, будет гостиничный комплекс. Например, мамы будут приходить вместе с детьми, потому что там дети обычно сами будут. Дети обычно сами будут, потому что там будет построено на высшем мировом уровне, который будет сами дети передвижаться, там будет специальное оборудование, сами будут ходить, сами будут... смогут пойти, выходить сами, вот все это. И вот на основе вот все этого, так как я вам говорил, что я одно время являюсь и президентом вот этой компании, которой мы занимаемся вот этим строительством, я хочу, вот мы специально пригласили телевидение к вам сегодня, не насчет, чтобы вот показать вот все это, потому что вы уже, как знаете, это все помпезно, все высказывать, что вот делали вот так и так. Я хочу вот с вами пообщаться и послушать вот ваше мнение, ваше предложение, вот что вы можете предложить конкретно, ваше мнение с одной стороны, с другой, чтобы у нас получился такой чистый, откровенный разговор, вот с моей стороны и с вашей стороны, чтобы я мог этим вашим разговором выходить куда-то, обсуждать эти проблемы, потому что наше правительство, вы как знаете, она нам все время говорит, вы, говорит, дайте нам конкретные предложения, вот что вы хотите, как мы все это должны организовать, а мы... Только вот мы недавно создали, мы не имеем такие, сказать вам, предложения конкретные. Вот мы решили вот по районам общаться с людьми, выходить на все это и собрать конкретные предложения и подготовить вот акции, пакет вот этих предложений. Так что, пожалуйста, кто хочет высказывать, кто хочет что-то говорить, какое-то предложение, у кого-то какие-то мнения, пожалуйста, я готов вас слушать и поделиться с вами мнением. Скажите, пожалуйста, по каким диагнозам вы сказали, что... передвижение, а вот дыхательный путь или что-нибудь другое? Все диагнозы, начиная от самого малого диагноза и заканчивая самого. Там не будет, это для детей инвалидов, диагноза там не будет. Все дети будут отдыхать в течение месяца, полтора месяца, это мы уже устроили. Будут решены специальные специалисты, которые работают, будут работать там, так что диагноз не будет смотреть. Или там не будет там конкретная справка или что-то. Ребенок инвалид будет так, ребенок инвалид значит... Он должен иметь право не в этом году, в следующем году, через месяц, через два, все у нас будут проходить вот это реабилитационное... А? Нет, это 36 месяцев. И мы думаем, в следующем году начинать все это строить. Какие еще вопросы, какие еще? Вот конкретно, вы предложение не будете. Не стесняйтесь, подавайте заявление. Это предложение. Спрашивайте вопросы, пожалуйста. Потому что мы все это записали, мы не будем изучать, что и как идет, понимаете? Потому что, вы понимаете, мы начинаем строить все это... Подожди, чего? Нас еще в Кишинев приглашают. От ничего будем начинать все это строить. И мы вот все эти ваши предложения, вот пакетом вашим, мы будем выходить на западные страны, просить помощь, чтобы они... Мало той коммерции, которую мы будем заниматься, это мало, потому что мы фактически не можем ничего предложить Западу. Вы уже сами прекрасно знаете. Вы сами прекрасно все это знаете, что мы ничего не можем им предложить. Так что мы будем уже сами вот это. Пожалуйста, говорите, я вас слушаю. Я почему нет? Хорошо, вот наша компания, мы будем заниматься. Если есть все эти деньги, не знаю.
Я вообще вам дам. Я вообще вам дам не только вот такое предложение. Вот наше предложение, как есть в других районах, вот в Едницах, я вам дам такое предложение. Не в садике открыть, например, группу для детей. А взять, например, взять где-нибудь, арендовать помещение какое-нибудь и открыть там специальную группу вот для детей инвалидов. Для инвалидов, не именно детского возраста, а вот всех детей. Там начиная, например, будем говорить, начиная от года, 2-3 года и заканчивая. Чтобы взяла на себя это руководство района, общество, чтобы она финансировала там 1-2-3 воспитателя. Понимаете как? Вот вы согласны с такой моей мнением? Они же не могут. Председатель говорит, что они берут. Они же не могут все это осваивать, все. Заново не пить. Даже материал по-другому, а с инвалидами даже не это самое, как его. Они же не успевают все. Это я вам скажу, что я не могу. Это допустим, что это решает ваше район. Я думаю, что если вы соберетесь крепкий кулак, вы добьетесь этого, понимаете? Раз нам добились останавливать поезда, так я думаю, вы здание остановите, там, одну комнату остановите, и сможете добить. Уважаемые мамы и дорогие дети, я сегодня хочу выступить, конечно, не в роли женского совета. Так получилось у нас, что практически в районе не существует этот женсовет по желанию многих женщин и некоторых даже здесь сидящих. Я выступлю от имени районного исполнительного комитета. Разрешите мне поздравить вас с сегодняшним днем, днем детства или днем детей, Международного дня детей. Поздравить вас с наступающим днем Рождества, к которому готовится почти весь мир 25 декабря. И поздравить вас с наступающим Новым годом. Я думаю, что Новый год, который идет всем нам навстречу, который мы ожидаем все, все ожидаем, потому что все живем как-то с думами о том, что будет и как будем жить. Очень много вопросов. Я думаю, что он нам принесет хоть какое-то спокойствие. Хоть какое-то спокойствие. Нам нужно всего лишь матери, нужен мир. Нам не нужна стрельба. Нам не нужна угроза. Нам не нужен страх, который мы живем постоянно сейчас. Гагауз, молдаван, русский, украинец и так далее. Сегодня все живут в страхе. И у нас, и в Молдове, и в России, и везде, кругом. Я желаю всем вам, чтобы вы в ваших семьях, с вашими малышами, с нашими детьми, взрослыми и малыми, был мир. Было хоть самый насущный хлеб и соль, чтобы у нас он всегда был, чтобы не были такие большие очереди аж до площади. Это все, конечно, зависит от нас. И давайте будем смотреть хоть трудные времена, иногда посмотрим друг другу с улыбкой, приятно, поздороваться и желать друг другу, ну, всего хорошего. Потому что люди озверели и мужчины, озверели и женщины. И этому учим мы и наших детей. Дети, начиная с малых и кончая вот теми, что творится у нас в поселке, звереют. А это, я хочу сказать, что не без участия нас, мам. Поэтому, пожалуйста, конечно, это не относится к этой аудитории, но на нас, на вас особенно лежит особая забота. Я желаю вам терпения, я желаю вам мужества и желаю вам здоровья для того, чтобы вы вырастили ваших детей. Ну, с наступающим Новым годом! Давай, у меня камера крутится. Ну, тут уже много говорилось о наших проблемах. Я хочу сказать, что у нас есть... Каждая мать имеет свою боль, каждая мать имеет очень много вот проблем, что ли. Ну, мы очень, например, обрадовались, когда нас пригласили на это торжество, что ли. Вот насколько вот ребенок больной, но он очень, мы еле дождались утра. Нам очень было приятно вот слушать всех, и очень мы рады, что вот говорили, что откроется какой-то центр лечебный. Ведь у нас тут некуда вести даже детей, никаких клубов нет, нет садиков. Ведь не каждая мать может это выйти на работу, потому что с такими детьми очень тяжело дома, не с кем оставлять. А в наше время с
таким вот пособием на 70, на 100 рублей, ведь не каждая мать может сидеть дома. Ведь в семье не только один ребенок. И хотелось бы, чтобы действительно уже велись разговоры, что откроют специальную группу для таких детей. Но что-то вот тянут, может, сейчас уже раз взялись за это. Было столько много предложений, чтобы, вот, ну, ты сдай этого ребенка и иди на работу, ведь ты молодая. Но вот кому нужен мой ребенок, кому нужна моя боль? Ведь если он мне мешает, значит, еще кому-то. Ведь тяжело заниматься с такими детьми, если сдавать их в специальные дома, там пусть одна нянечка, две, но ведь за каждым ребенком не уследишь и не... Да, ребенку мать никто не заменит. Тяжело очень с ними, с такими вот детьми, с больными. Я думаю, что, может быть, сейчас уже будут почаще организовывать такие встречи, чтобы они тоже радовались чему-то. Ведь они обижены вот судьбой, что ли, чтобы... Ну, они радовались. И мне кажется, что сейчас в памяти у нас очень надолго запомнится вот эта наша встреча. Да и мама таких детишек тоже общается. Да, и мы ведь, мне кажется, я думала, что только у меня такой ребенок, а вот сколько нас тут много таких вот матерей с болью, с такой с горькой болью. Что у вас нет вопросов, нет проблем. Можно все просто сидя, даже сидя, можно два слова сказать, что вот, допустим, вы бы хотели, чтобы облегчить наши вот эти недуги вот такие. Я просто сегодня наши проблемы не решены, конечно. Сегодня проблемы все не решатся. Я просто хочу выразить слова благодарности от имени всех родителей за такую встречу. У меня даже слов нет. Если взрослые чему-то обрадовались, хоть капелька есть радости в эти дни, а о детях и речи нет. Люда. Люда. Тебе понравилась эта встреча, Людочка? Да. А что тебе больше всего здесь понравилось? Подарки. А какие подарки ты получила? Куклу. Куклу. Книжки я вижу еще, да? Да. Игры разные, да? Да. А угощение тебе понравилось? Да. А концерт ты смотрела, Людочка? Да. Что тебе больше всего понравилось в концерте? Кукольный театр, да? Ты бы хотела еще прийти сюда на встречу, на такую встречу? Хотела бы ты прийти еще? Да. А с кем ты пришла? С мамой. Как тебя зовут? Лена. Какие подарки, Леночка, ты получила сегодня? Телефон, куклу, книжки. Ну, я вижу, что тебе больше всего понравился телефон, да? В классе ты учишься? В четвертом. Хорошо учишься? Я хочу вас познакомить, уважаемые телезрители, с организаторами этого торжества, которое мы с вами наблюдали. И это прежде всего Валентина Пантелеевна Бурлак, председатель общества инвалидов первичной организации «Вулканешт». Также Иван Константинович Георгиев, председатель общества инвалидов Вулканешского района. И приехал вместе с нами на это торжество Анатолий Александрович Нестряну, член Президиума Республиканского общества инвалидов. Насколько мне известно, это первое такое торжество, не хотелось бы говорить мероприятие. Первая такая встреча, которую вы организуете, вот от когда работает общество инвалидов. Что вас побудило организовать эту встречу и как пришла идея вот, пригласить детишек инвалидов вместе с мамами, с папами? Ну, это у нас первое такое, да, мероприятие. И мы давно как-то это надо было собрать, это все не решались, все трудно как-то. Это начало, это новое все, необычное такое мероприятие. Значит, мы решили организовать досуг детей-инвалидов. Сходить некуда, родителям трудно выйти с детьми, тем более с детьми-колясочниками, очень трудно. В кинотеатр нельзя попасть, значит, куда-то выйти тоже. Это у нас как-то принято было этих детей прятать по домам, у себя в четырех стенах. Значит, и тем более у нас как раз этот праздник был ко дню рождения мальчика-инвалида.
Значит, родители были все очень приятно было, значит, собраться. Родители все довольны. Все учреждения, организации, куда обращались за помощью, очень все хорошо отнеслись с вниманием и пониманием. Очень. Да, я видела, конечно, и стол был прекрасный, и детишки получили много подарков, они остались очень довольными. Кто вам еще помог, Иван Константинович? Наверное, помог нам наш разум и окружающая нас среда, наши же инвалиды. Вот, кстати, они все вот здесь сидят, да еще многие не пришли, которые... Вы имеете в виду активисты? Активисты наши, да, члены бюро первичной организации, да, члены правления районного общества, вот, члены президиума районного общества инвалидов. Все вот... А как это случилось, я вам сейчас в двух словах скажу. Мы организовали в первую очередь вот поездку в город Измаил инвалидов. Нам это бесплатно, нам стала эта поездка, поскольку автобус нам выделил наши, как говорится, спонсоры. Вот. А затем мы продолжали поиски, как все-таки побольше... привлечь инвалидов к другому миру, чтобы они познали другое, чтобы они видели еще что-то. И вот мы решили, значит, поехать в Кишинев в цирк. То же самое, оно нам тоже бесплатно это обошлось, и транспорт, и билеты, и все. И отзывы были очень хорошие. Кстати, у нас... остались очень довольными. Довольными, да? Остались. И в процессе всех вот этих событий, вот мы работаем вместе, мы в одном кабинете, трое, и к нам еще примкнул Василий Михайлович. В последнее время, конечно, мы много говорим о милосердии, но, тем не менее, еще очень много безразличным к проблемам, к нуждам инвалидам, и, в частности, инвалидам-детям. Есть ли у вас в районе такие организации, конкретные руководители, которые все-таки что-то пытаются сделать хорошее? Потому что сегодня я тоже вот наблюдала, даже подарки были со стороны работников универмага. Другие представители организации поздравляли детишек. Что вы можете сказать об этом? Ну, вы знаете, даже сравнить вот это мероприятие наше, к кому мы подходили, равнодушных людей нет, особенно к детям. Значит, нам помог постсовет. Совет нам помог. Универмаг, вы сами видели, какие прекрасные подарки, тем более в наше время. Да. Значит, школы, дети, директор школы очень внимательно. Мы прямо радовались этим подаркам. Мы радовались, а каково интересно нашим детям. А сейчас я хочу спросить Анатолия Александровича. Вы, как член президиума, конечно, вам известны проблемы в республиканском масштабе. И, конечно, они общие где-то, эти проблемы, и много проблем и тут в конечно. Что вы можете сказать вот о содействии Республиканского общества инвалидов, помощь, вот, оказывать помощь местным организациям общества инвалидов, и что вы можете сделать в этом плане? Я как член общества инвалидов Республики Молдова первый раз вижу такое мероприятие. Встречу такую. Встречу, или торжество в поселке Вулканешне. У нас в районе такого не было. Было тоже мероприятие в Бельце, но не так уж такое красивое, будем сказать, как здесь у вас. Я со стороны общества инвалидов пока не было такое, чтобы были выделены деньги на такое мероприятие. Но я как член президиума обещаю, что сам подниму вопрос на такое, чтобы всем районам оказали помощь на том, чтобы сделали такие встречи с детьми-инвалидами. И еще хочу сказать, что очень хочется видеть все это не только у вас в районе, а во всех районах города, республики, чтобы были встречи со всеми детьми, чтобы был такой клуб, который встретили бы все дети республики инвалидов, чтобы узнали друг друга, чтобы каждый видел свою боль. Мне самому стало жалко, когда я видел этих матерей, плакали, когда вас поздравляли здесь дети со школы. Не знаю, есть ли таких людей, которые нету такое чувство у них, когда смотрят на этих детей. Сопереживание, жалость. С жалости, думаю, такой боли ни у кого нету. И только если мы сами будем как-то
сдерживать эту боль в себе или прочувствовать это в себя, больше никто нам не сочувствует, кроме чем мы. И в конце я хочу поблагодарить вас за гостеприимство, пожелать вам в следующем Новом году счастья, здоровья, этим детям улыбку и всего хорошего. Приходите, я болит, да, болит.